Всем привет! Сегодня у нас простая медитация на снятие негативной энергии. Итак, приготовились. Внимание! На старт! Закрываем глаза. Глубоко вдыхаем себя. Представьте себя. Представьте, что на вас одеты одежды вашей повседневности, вашей повседневной жизни. То, что вы сейчас видите, то и есть. Снимайте с вас какие-то доспехи и кладите здесь рядом на землю. Снимайте какую-то энергию с рук, с ног. Вынимайте веревки, которыми вы связаны из вашего живота. Вынимайте колючки из вашего горла. Снимайте энергию, как одежду, энергию ненависти, энергию осуждения. Снимайте, как платье, энергию растрачивания. Снимайте энергию злости. Снимайте энергию болей. Боли в коленях, спине, в руках. Вынимайте свои пробки из ног, из рук, из шеи. Теперь представьте огромную печь рядом с правой стороны. И все, что вы вынули из себя, положите в эту печь. Увидьте, как эта энергия сгорает и трансформируется. Трансформируется в нейтральную энергию. Теперь снова посмотрите на себя. Увидьте себя в свете. Накройтесь куполом света, куполом защиты от этой негативной энергии, от негативных ситуаций. И в этом состоянии, глубоко вдохнув себя, выдохнув, откройте глаза. Делайте эту медитацию и улучшайте вашу жизнь. Пока!